Давайте поговорим немного о музыке. Через призму юмора. Концерт, симфонический оркестр. Первый ряд сидит пожилой человек и наблюдает за тромбонистом. Антракт. Этот старичок подходит к тромбонисту и говорит: «Молодой человек, я уже 50 лет работаю слесарем. Давайте я попробую. Это таки должно вынуться». Закончился концерт, и один музыкант говорит другому: «Слушай, я вот не понимаю, я удивляюсь, ты сегодня пьян, абсолютно пьян, тем не менее великолепно играл. Как тебе удается так играть в таком состоянии?» Он говорит: «А я репетирую в таком состоянии». Москва. 8 марта. Артисты поздравляют женщин с праздником. И вот бригада артистов с одной площадки переезжает на другую, приезжая в Дом культуры. И один артист, певец, солист, исполнитель романсов, народных песен, забывает на предыдущей площадке свой смокинг. Ехать за этим смокингом он не успеет. Пробки. Через 10 минут начала выступления он подходит к организатору и говорит: «Ты знаешь, я не буду выходить, я не могу, ну что ты в сапогах, в свитере, ну куда я перед женщинами?» Ну, благо дело, Дом культуры, а там был свой театр, и были костюмы. Вот и из подбора нашли ему костюмчик, смокинг, на 3 размера меньше. Он такой здоровый был, понимаете, натянул на себя брюки, штаны, значит, смокинг натянул кое-как все это и говорит Левону Аганезу. Он говорит: «Слушай, Левон, я тебя умоляю, если вдруг во время выступления что-то там треснет, лопнет, ты дай знать». «Ну, конечно, дам. Что ты? Не волнуйся». Ну, выходит на сцену, пошла музыка, он начал петь свою любимую песню: «Степь, да степь, кругом путь далек лежит, той степи глухой замерзал ямщик». Льется песня прекрасно, набирает воздух уже второй куплет, и в это время он забывает текст песни, но продолжает под музыку, обращаясь к Ивону Аганезову: «Ты, товарищ мой, подскажи скорей, что порвалось где в моем смокинге?» Ну, Левон Аганезов находчивый. «На спине дыра, и карман повис, у подкладки весь оборвался низ». Это продолжает: «Что же делать мне, как уйти скорее? Я пойду спиной, стану у дверей». Его наконец: «Только ты не смей в поезд кланяться, и держи штаны, ага, то свалятся, па-па-па». Тут держит штаны, допивает последний куплет, и аплодисмент, он поднимает руки, тут они сваливаются, и вот: «Степя, да степя кругом,